Дорогие друзья, 9 мая исполняется 75 лет со дня великой победы советского народа над фашистской Германией. Уже 75 лет. Для каждого из нас День Победы – особая дата, и встречаем мы ее, к сожалению, в особых обстоятельствах на фоне пандемии COVID-19. 2020 год проверяет на прочность нашу стойкость и выдержку, способность к взаимопомощи и состраданию, нашу личную и гражданскую ответственность. Пусть исключительное мужество и доблесть наших предков, их отвага и терпение, нравственный и духовный опыт станут нам опорой и поддержкой. Зарайцы всегда умели преодолевать трудности. Уверены, что мы справимся и сейчас. Встретим День Победы с надеждой и оптимизмом. Победа будет за нами. 9 мая – это великая победа всех поколений. Ведь нет семьи в стране, которую не коснулась бы эта страшная и самая кровопролитная война в истории человечества. Каждый из нас считает делом чести нести гордо знамя Победы через времена, из поколения в поколение. Знамя Победы, которое воздрузили над пылающим Рейхстагом наши деды и прадеды. Сегодня каждому россиянину горько слышать и видеть попытки переписать историю, отнять у нашего народа завоеванный мир и свободу для человечества. Наше общество остро реагирует на варварские войны с памятниками и обелисками, воинам-освободителям, которые происходят в ряде стран. Все эти жалкие поползновения безнравственных людей переписать историю бесперспективны и кощунственны. Мы помним, мы передаем через времена, что День Победы, 9 мая, это дата великой солдатской славы и великой скорби народов России. Мы не вправе забыть тех земляков, которые своим здоровьем и жизнью заплатили за свободу и независимость нашей отчизны. Дорогие зарайцы, мы сегодня здесь собрались для того, чтобы отметить 75-ю годовщину победы Великой Отечественной войны. Для того, чтобы отдать дань памяти всем тем, кто во время Великой Отечественной войны ковал для нас мирное будущее, для тех, кто защищал нашу Родину, и не только нашу Родину. От простого рядового до маршала, от работника тыла и до вдовы. Мы знаем, что это была очень тяжелая и суровая война, но знаете, что мы победили. И большое им спасибо за это. Дорогие зарайцы, хочу поздравить вас всех с этим праздником. Пожелать вам всем крепкого здоровья. Пожелать вам мирного неба над головой. И еще раз спасибо всем тем, кто не дожил до сегодняшнего дня, и тем, кто и сегодня в строю вместе с нами. С праздником вас! Зарайцы свято чтят память воинов, отдавших свои жизни за свободу и мирное будущее нашей Родины. Каждый из нас низко склоняет головы перед доблестью и героизмом наших земляков, сражавшихся на фронтах священной войны, приближавших победу, героически трудившись в тылу на восстановление разрушенного хозяйства в сложный послевоенный период.